Меня зовут Евгений Шаталов. Я организатор проекта Red Off-Road Expedition. Путешествую сам и организую путешествия для тех, кому это интересно. Этот фильм про экспедицию на плато Мань-Попонер. Одно из самых труднодостижимых мест России. Столбы выветривания Мань-Попонер в просторечии Пупы является одним из 7 чудес России. 7 мансийских болванов высотой около 40 метров на горе идолов. Для манси это святое место, и ходить сюда они запрещали. Автомобили участники начали готовить за полгода. Требования были простые, но жесткие. Колеса 33 дюймов, лебедка, шноркель. Возвращение автомобиля из этого путешествия не гарантировано. Однако нашлось 14 смельчаков. Они же стали последней в истории автомобильной экспедиции, достигшей Пупов. Мы находимся в городе Ивдель. И у нас сейчас старт нашего проекта Red Off-Road Expedition на Мань Попонер. На улице дождик, поэтому мы загнали автомобиль под крышу АЗС. И на борту пикапа у нас сейчас будут проходить административно-технические поверки. Делаем их, брифинг и в бой. Погода не совсем радует, вот, потому что пасмурно, начинаются дожди. А путь на плато Мань-Попонер, он такой достаточно суровый, и чем больше воды, тем хуже ехать. Первый раз в экспедиции именно. Машина вроде как подготовлена и вроде как должна бы выдержать, но хватит ли опыта? И, но это все равно техника и автомобили, они могут подвести в любой момент. Ждем каких-то эмоций, которых не испытывали раньше. Должно быть интересно. Мы едем на 2 недели без связи. Это тоже вот это определенное испытание. Короче, кайф. Решение, что было с одной стороны приключений, с другой, что все хорошо кончилось. Потому что когда если все гладко, ну, наверное, это скучно. А когда что-то случается, ты героически преодолеваешь, это и приятно потом вспоминать, ради чего, наверное, все и едут. Опасаешься высокой воды, хотя, может быть, именно это и притягивает. Это один из самых сложных маршрутов, в принципе, в России. Есть, конечно, может быть, и сложнее, но, по крайней мере, то, что я знаю, один из самых сложных. Мы ожидаем новых экстремальных ситуаций, новых впечатлений, чего-то такого прям... Ну, сказали, что там жестко. Прежде чем решиться, все-таки надо машину подготовить, быть уверенным в своем коне, потому что туда эвакуаторы не ездят, вертолеты туда не летают. Вы оттуда как приехать должны, так и уехать должны своим ходом. Я думаю, что все будет хорошо. Ребята собираются очень веселые, интересные, с кем мы встречались очень позитивно. Так что, я думаю, все будет. Как минимум, не скучно. С этого момента у нас начинается экспедиция на Мань-Попонер. Команда собралась, вот насколько я вижу, очень мощная. Руководители вашей группы, Максим Шишкин, ну, все с ним познакомились. Вся эта экспедиция – это прежде всего командная работа, как командная работа на самом маршруте, на преодолении внедорожья, так и командная работа по постановке базовых лагерей. У нас есть 2 группы. Первая – Перевал Дятлова, с которой еду я, и ваша группа идет первая, где руководит Максим. Мы разделимся уже сегодня, в первый же день. На ваших колесах вы уже завтра будете на поляне Перевал Дятлова. Мы туда дойдем только через день. Будет очень много камня, очень много камня. То есть это будет сплошной курумник. Команда экспедиции на Мань-Попонер стартовала первой. Машины, как я уже говорил, готовились зимы. УАЗы, Патриот, Хантер, Буханка, Land Rover Defender, Toyota Prado 95 и 150, а также 200-ка, оборудованная всем, включая индукционную печь. Очень повезло, что в команде была шишига из Казахстана. На маршруте заправок нет, расход топлива из-за сложного рельефа колоссальный. Шишига взяла на борт часть запаса топлива, зип и пару арбузов, что в условиях экономии места уже изыск. Это место – поселок Вижай. В этом месте установили памятный знак.
который посвящается группе Дятлова. В 1959 году это являлось, то есть, нулевым километром. Отсюда как раз группа Дятлова начала свой поход, из которого она не вернулась. Погода повезло. Год сухой, броды низкие. А что кричать? Первые трудности, ну мы их решим. Благо есть друзья. Это было круто. Сегодня мы планировали устроить ночевку на реке Ушма, вот, но по той причине, что буквально через полчаса уже начнет темнеть, здесь мы потеряли немного времени, вот, и плюс у нас еще два экипажа ждут, три экипажа догоняют, поэтому принимаем решение, вот, остаемся ночевать здесь, на реке Северная Ташанка. Ребят, с той стороны. Там мокро. Обсохли. Вот. Сейчас вы подождете? Подождем. Пару минут. Сколько вы взяли топлива с собой? Ну, у нас было, грубо говоря, сколько? 40? 40. 40 не хватило. Так, много не дадим. Да, потому что у нас по 2,5 литра, по 2. Впереди еще 2 недели автономочки. Подержишь, Руслав? Давай, подержи. Спасибо, что ребята выручили. Своих не бросаем. Прям он уже с речки выходил, уже хапает воздух. Прям на последнем вздохе. Каждого по 2 литра. Так вы до дома доедете, да? Ну, вот уже доедем. Добежая, сейчас. Доедем. Сколько вас машин идет? 14. 14 машин? Класс. Первый наш день заканчивается своим логическим завершением. Вот. Мы ставили лагерем на реке Северная Тошенка, разбили лагерь, поставили большой шатер «Звезда», наш шатер кухни «Маверик», и приступили к приготовлению общего горячего ужина. Сегодня у нас на ужин будет сырный суп с грибами и с копченостями. Ну, зараза, вкусно. Вот сейчас ничего другого не надо. Welcome to Rainforest Trophy. Приглашаю на Rainforest Trophy, приключенческую экспедицию мировой серии экспедиций, которая впервые пройдет на Кавказе. Это уникальное путешествие состоится в июне и пройдет в рамках грандиозного события – этапа мировой внедорожной гонки Rainforest Challenge. Rainforest Trophy – это событие, где в основе всего вызов, товарищество, командная работа, острые ощущения, усталость и восстановление, и просто наслаждение тем, что дарит нам прекрасная дикая природа. Мы совершим путешествие и создадим свое собственное приключение бок о бок со спортсменами на специально подготовленном маршруте, который проходит сквозь весь Кавказ. Это будет история о том, что мы любим больше всего, о преодолении и открытиях за рулем внедорожника. Итак, с 27 мая по 5 июня приглашаю всех, кто любит приключения и любит открывать мир за рулем внедорожника, на Кавказ. В
Всем доброго утра. Вот, сегодня 8 августа. Сегодня наш пробег должен по нашим планам составить 75 километров. Мы должны выйти под ножи перевала Дятлова. Вот, миновать избушку Ильича. До избушки Ильича с данной точки 56 километров. Остановимся на избушке Ильича на обеденный перекус. Буквально там минут на 40. Вот, и после начнем подъем в сам перевал. Подъем от избушки Ильича до перевала будет 19 километров. Из них километров, наверное, по 10 это Курум. Ночуем мы у подножия перевала. Вот, там ставим базовый лагерь по плану. Это по плану. По факту посмотрим, как у нас будет продвигаться, как нам позволит погода, обстоятельства. Вот, и завтра уже у нас восхождение на перевал. То есть мы посетим перевал и двинемся дальше к нашей цели. Это поселок Ушма. Раньше здесь была колония поселений Ивдилага, система лагерей ГУЛАГ. Сейчас здесь живут манси. Манси осталось мало. Местный житель Варяра Анямов пытается развивать цивилизованный этнотуризм. Мы всегда заезжаем к нему на мансийские чебуреки из лося и травяной чай. Вкус чебуреков вот такие броды. Все впечатляет. Сейчас еще чай попьем. Все замечательно, все хорошо. Практически лайт. Это Гать. Дорога, выложенная бревнами, как правило, лиственницей. Когда-то помогала проходить заболоченные участки на лесоразработках. Сейчас скорее мешает, так как разрушен. Маме, папе, жене, дочери. Жене шатало, спасибо. Год сухой. Участок до базы Ильича в такой год проходится быстро и без потерь, даже стандартными автомобилями. Однако первую свою жертву перевал взял уже здесь. Как будто он целится, летит уже и целится.
Электроника-то есть, но ошибок-то нет. Что, заводи? Потому что нужно принимать решение. До этого у тебя были симптомы? У автомобиля одного из наших участников отказала автоматическая коробка передач. Вот, мы доехали командными усилиями до базы Ильича. Сейчас пытаемся выяснить причину поломки и будем принимать решение, что будем делать далее. Ну, вот пытается, да, такой? Ну да, потому что раскручивает, пытается. Отсюда твой автомобиль вытащить еще можно. Оттуда уже нет. Оттуда уже нет. Вот. А оттуда запчасти придется везти туда, чтобы там чинить автомобиль. Такая жесткая часть у нас будет ночью. Ну, ты тем более тогда надо ее хорошо оставить. Так, быстро перегружаем. Перегружаешь. Вот, да. Просто мы у этого тоже не можем оставить. Причину поломки установить не представилось возможным, поэтому приняли следующее решение. Машину мы оставляем временно на базе Ильича. Участники экспедиции перегружают свои вещи в другие автомобили, в ГАЗ-66. Вот, распределяем всех по машинам и продолжаем движение далее. Ребят, замыкающая группа, все, выстраиваемся в линию, по готовности начинаем движение. Мы доехали до знакового места, которое знают все путешественники, кто направляется на перевал Дятлова. Это избушка в Кедровнике. В этой избушке местные жители, манси и охотники ночевали, когда охотились. И вокруг нас растут кедры. Осенью добывали кедровый орех. Это совсем первая запись от 6 августа этого года. Команда «Офрот» из трех экипажей держит путь на перевал Дятлова. Пусть путь непростой, но мы справимся и вернемся обратно. Удачи нам и удачи вам. Ну тогда надо было туда ее дотащить. Дорога начинает быть сложной, но все преодолимо. Скажи, как тебе дорога вот эта? Ну хоть что-то. Стало веселее. Эту избушку в прошлом году разворотил дурной медведь. Их тут было много, а сейчас совсем нет. Даже как-то скучно стало. Советская техника будет мозги компенсировать, но ездить будет еще очень долго. Лопнула трубка высокого давления на год. Ну все. Ремонту пригодно? Нет, без руля поеду. Вот, ну что? Как на мормоне. Перевал Дятлова нам ехать 14 километров. Или после избушки в Кедровнике начали подниматься на Чеканур. Неудачно торчавшее дерево сорвало горловину под корень у шишиги. Льется бензин, сейчас будем переливать бензин в другой бак, и шишига пойдет без горы и на другом баке, на одном.
Ребят, первая группа, как далеко ушли? Почти на перевал, поднялись по камням, ползем. Что случилось? На подъеме без блокировок сломалось, половось валрейсинг. Перед поездкой смотрел, было нормально. Свернуло. Остаток остался дифференциаль. Сейчас будем снимать. Ну, вернее, доставать. Он уже валяется, на дифференциал. О, что-то там пошло, да? Ну-ка, переверни. Нет. Показал. Что надо ставить на жесткое? Лес, природа захватывает. Ну не жутковатенько было? Да нет, мы здесь не первый раз. Нормально. Ставь на край отвертку. Бей. Помешать. Конечно, ориентируемся. Что тут ориентируемся? Ты соберешь? Я соберу. Так, что там лишнее только? Поднимай. О! Все. Та-дам! Это на память оставь. Просверчи, на шею повесишь. Мы все боялись разных приключений. Боялись курумника, боялись корней. Чего угодно боялись. Разбортировки. В результате я поймал саморез. Банальный саморез. Блин, на перевале Дятлова. Не доезжая километра. Смешно. Убираем Серегу половину. Что у нас не получилось. А сейчас. Может загуглить? Да, давай. Ага, давим сюда. Болтики нужны, ребят. Да камон. Не нас надеемся. Вот сюда вот заходит, отсюда выходит. Туда приходит. Ну это в идеале, а там посмотрим. Че, как работает? Работает. Ну все, патентуем. Этот, пока не запатентую. Ладно, не выкладывай. Интернет не выкладывать. Сошлись. Все, есть. Поменяли две полуоси, сломались. Вот, с помощью всех ребят все отремонтировали. Сейчас выдвигаться будем уже. Стемнело. Что скажу, очень сложно. Что казалось легко, оказалось сложно. Большой вес машины, сказывается подвеска полуоси. Не знаю, что дальше будет, второй день экспедиции. Но я думаю, все будет хорошо. Поэтому смотрите за нами дальше в YouTube-канале. Давайте взлазить. Согласен, попробуем. Сначала все победить, а потом планировать.